Чувашия заняла 7-е место в рейтинге инвестиционной активности регионов за январь 2019 года. Наша республика набрала 61 балл. Рейтинг опубликовал журнал Invest Foresight. В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектов, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвестрегион». Все сообщения оценивались по 10-бальной шкале. Ввод в эксплуатацию проекта очередного этапа. Выделение для проекта финансирования, кредита, подписание соглашения о проекте, подписание соглашения о намерениях и прочие новости.